Друзья, всем привет, с вами канал Китайфак. И сегодня будем проверять на точность лазерный уровень Клубиона 360. Вот такой, как вы помните, обзор на него можете посмотреть, перейдя по ссылке в правом верхнем углу. Проверять будем горизонт по точке прогонять. И вертикаль проверим по уже ранее проверенному Fireco 3D Green. Обзор, который также можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу. Расстояние до стены у нас 5 метров 850 миллиметров. И давайте начнем. Сначала проверим горизонт. Для этого включаем прибор и отмечаем первую точку на стене. Так, вот наша первая точка. Сейчас поворачиваем на 90 градусов лазерный уровень и проверяем, опять же, как лежит у нас горизонт. Он должен лежать в этой же точке. Поворачиваем уровень на 90 градусов и смотрим эту вторую сторону. Так, и вот мы видим, линия у нас лежит практически в точке, есть небольшая погрешность в районе миллиметра. Ну, это в допустимых нормах. Давайте смотреть третью сторону. Поворачиваем нивелир еще на 90 градусов. И смотрим. Вот линия у нас проходит через точку. И давайте посмотрим четвертую сторону. Для этого повернем еще раз на 90 градусов прибор. И вот мы видим, что линия у нас проходит также практически через точку. Есть очень маленькое отклонение, но это не критично. Это опять же в допустимых нормах. Так, друзья, давайте сейчас проверим вертикаль. Для проверки вертикали я буду использовать уже ранее проверенный Fireco 3D Green. Просто выберем у него одну вертикаль и сведем с вертикалью клубионы. Если у вас еще нет проверенного лазерного уровня другого, то проверить можно просто по нитяному отвесу. Это сделать достаточно просто, и проверка у вас будет абсолютно точная. Так вот, у нас идут две вертикали. Вертикаль клубионы справа. Видно, что они идут у нас абсолютно параллельно друг другу. Но давайте для пущей уверенности сведем их вместе. Так, друзья, вот я свел две вертикали, и они абсолютно точно ложатся в друг друга. В общем, проверка показала, что нивелир абсолютно точный, соответствует своим заявленным характеристикам, поэтому можете смело его заказывать. В принципе, неплохой функциональный прибор, у которого есть все для профессиональной работы. Горизонт 360 градусов, вертикаль, переключаются линии по отдельности, есть работа от сети, что немаловажно, зеленый луч. И да, кстати, у этой модели есть еще лазерный отвес. Более подробно об этом приборе можете посмотреть в обзоре. Друзья, на этом все. Подписывайтесь на канал. Впереди еще много интересного. Не забывайте жать на звоночек, чтобы не пропустить новые видео. Ставьте палец вверх. Всем добра. Пока-пока.